Как долго можно принимать противозачаточные гормональные таблетки? Чем они вредны? Раньше действительно были ограничения, могли быть повышение тромбозов, особенно склонности к тромбозам, особенно если вы при этом курили. Сейчас нет, сейчас они содержат достаточно маленькое количество эстрогенов. И если раньше говорили какие-то перерывы, раз в 5 лет, ничего подобного. Как начали принимать противозачаточные таблетки и до наступления менопаузы. Можете принимать свободно. А бесплодием грозит ли это? Иногда даже бесплодие лечится противозачаточными таблетками при определенных гормональных нарушениях. Дают противозачаточные таблетки, ну, гормоны в них содержащиеся, которые нормализуют и помогают человеку забеременеть. Сами по себе длительный прием таблеток бесплодие не приводит.